В австралийском городе Мельбурн также могут усилить карантинные меры. За сутки там зарегистрировали больше 200 новых случаев коронавируса. Несмотря на то, что ситуация начала улучшаться, такой показатель является высоким для города, сообщают власти. Премьер штата Виктория Даниэл Эндрюс предупредил, что усилят карантин, если в городе выявят новые вспышки инфекции. Однако, если люди не будут следовать правилам, нам придется ввести дополнительные ограничения. И нам, возможно, придется продлить период, в течение которого эти ограничения будут действовать. Никто не хочет этого. Никто не хочет ситуации, когда из-за выбора нескольких человек подавляющее большинство жителей штата будут вынуждены терпеть эти ограничения дольше, чем должны. Кроме того, в соседнем штате Новый Южный Уэльс также выявили 13 случаев заражения. При этом 10 человек заразились от одного из посетителей в пабе в городе Сидней. Напомню, число заболеваний коронавирусом в Австралии возросло за последнюю неделю. А в штате Виктория власти ввели 6-недельный карантин. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 10 тысяч случаев COVID-19. Больше 100 человек не справились с болезнью.